Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Так я начинаю каждый свой видеоролик, но некоторые даже и не подозревают, откуда взялось это название, что это за огородная азбука. Сейчас я скажу для тех, кто только присоединился к нам, потому что количество вот у нас огородников растет. Еще в прошлом году у нас было, по-моему, 30 тысяч, нынче уже больше 70. И канал YouTube на слуху, но многие не знают, что есть еще... Такая версия более удобная для начинающих огородников, потому что, смотрите, я раньше не понимала, почему вот все просят, говорите быстрее, делайте видео короче. Оказывается, есть какие-то проблемы с трафиком, просто у меня Wi-Fi, я этого не понимаю. Я смотрю видео, могу смотреть с утра до вечера, но если у кого-то есть проблемы с трафиком, то в группе «Огородная азбука» все эти материалы смотреть легче. Почему? Потому что там я выкладываю статьи, заметки. Все вот эти чертежи. Вот сегодня я вот все, что здесь нацарапала схематически, как получить супер ранний урожай томатов, я сегодня постараюсь вечером в группу выложить все эти картинки с пояснениями, с письменными подробными пояснениями. Как сеяла перец, тоже все-все подробно расписала, все выложила. Пошаговые фото в прошлом году выкладывала. И вот тем начинающим огородникам, которым нужен более такой большой объем информации, более подробный, потому что кому-то это не нужно. Если вам нужно, заходите в группу «Огородная азбука». Я ссылку сейчас вот к этому видео добавлю. Группа «Огородная азбука», потом страница моя в «Одноклассниках». Там вы найдете в разделе «Заметки» и «Заметки», и эти же самые видео. Там большое количество фото, именно пошаговых фото. Потому что на видео я рассказываю, быстро раз-раз рассказала. Вы же не будете каждый раз включать, а тут можно открыть, посмотреть фотографию, как посев, какие корешки, как я пикирую. На фото все очень хорошо видно, у меня несколько тысяч фотографий подробнейших. Посмотрите фото за прошлый год. Можно за один раз сесть и, не растратив никакого вашего трафика на видео, вот так пролистать фотографии, посмотреть. Читайте статьи. Это очень, я считаю, что это более доступная вот такая информация, потому что на видео прослушаешь, может быть, что-то не услышишь. Тут вы печатный текст прочитаете, что-то себе даже, может быть, пометите там по срокам все. Сейчас будет очень много статей и заметок. Все статьи, которые я пишу для журналов, которые будут издаваться, я все выставляю в группе. Заходите, ссылка внизу. Все, до свидания. С вами Ольга Чернова, «Огородная азбука».